Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на конкурсе красоты и грации «Мисс Ильяс 2015». Сегодня нас ждет увлекательное путешествие в страну прекрасного. Нам предстоит побывать в городе смеха, посетить музей мимики и жестов. Нам предстоит... После этого мы побродим по проспекту Обаяния, свернем на уютную улочку Рукоделия, заведем, наконец, и на танцплощадку. Ну да, лапшу на уши она, конечно, повешала. У нас сегодня просто будет замечательное шоу, друзья. Я думаю, это одно из самых долгожданных мероприятий в этом году. Как-никак каждый год при содействии студентов, также администрации нашего университета, проходит такой... Шикарный конкурс красоты и грации «Мисс Ильяс 2015». И как же мы сегодня обойдемся без жюри? Состав жюри сегодня входит, друзья, я объявляю, а вы, конечно же, аплодируйте нашим гостям. Представитель салона красоты «Фрэнк Прово» Ольга Омашева. Ваши аплодисменты, друзья. Спонсором сегодняшнего конкурса является торговая марка «Котекс». Представитель ночного клуба «Сейф Клаб» Ралина. Для красоты «Виват Экспресс». Как вы знали, присутствует представители компании «Самал Вода», «Намат Иншуранс», «Талдар Жорабаев», «Абай Гигей», «Нурлан Еспанов», «Агайдар Тобе», ну и, конечно же, представители интернет-проекта «Орстар Шоу» Семен и Женя. Сегодня с вами будут Нурланова Акжол и Есимова Дана. Отлично, друзья. Думаю, мы можем приступать. Итак, друзья, долгожданное шоу. Встречайте, конкурсантки «Мисс Ильяс 2015».
нас небольшие технические неполадки, но, думаю, это, конечно же, ничуть не испортит наш сегодняшний праздник. Кто согласен со мной, прошу поддержать бурными аплодисментами, друзья. Ну что ж, дорогие друзья, вы увидели наших конкурсантов. Теперь, думаю, пришло время посмотреть видеоролик о наших конкурсантах. Да, вашему вниманию видеоролик. Я думаю... видеоролика не будет у нас. Ну ничего страшного, друзья, как говорится, чем богаты, тем и рады, на безрыбье и рак рыба. Думаю, будет отлично, если мы сейчас пригласим гостей нашего сегодняшнего праздника. Это у нас Skill Dance Studio, танцевальная студия, друзья. Ребята шикарно танцуют, поэтому встречаем бурными аплодисментами, друзья. Достойна победы. Ты так думаешь, Дана? Конечно, ведь у нас конкурс красоты, где нужно уметь делать многое. Танцевать, петь, вышивать, строить глазки, гладить, за детьми ухаживать. Да, из всего этого ты умеешь только танцевать и петь. Ну, хоть что-то. Я вслух сказал, ну ничего страшного. Ну что ж, друзья, переходим наверняка уже к следующему этапу нашего конкурса красоты.
Я так думаю, что девушки готовы. Давайте поддержим наших конкурсантов бурными аплодисментами. Да, мы, конечно же, поддержим, но у нас небольшая заминка, конкурсантки все еще переодеваются. Мне кажется, я рано, да, сказал? Да, не в этом дело, друзья. Давайте проверим, какие же факультеты у нас сегодня присутствуют на конкурсе красоты и грации. Я давно не был в университете, честно, поэтому, если ошибусь в названии факультета, прошу прощения. Итак, факультет перевода и филологии. Сначала надо говорить про КМО. Факультет молодых олигархов? Хорошо. Давайте. Факультет международных отношений. Рафиш. ФМК. А востоковедение есть? Педагогический факультет иностранных языков. Семен, ты учился на ПФЯ? А, со всеми. Ну что ж, я думаю, шикарно. Девушки готовы. Вас ждет захватывающее приключение в древние века Древней Греции. Смотрим, друзья. Oh!
Еще раз. Спонсором сегодняшнего конкурса является торговая марка «Котекс». «Котекс» для тех, кто хочет большего. Да, я думаю, ты тоже хочешь большего. Итак, дорогие мои друзья, друзья, оставшиеся на лето и отчисленные, если такие есть, конечно. Ни один конкурс вообще, не только красоты и грации, не обходится без музыкальной паузы. И наш конкурс, конечно же, не исключение. Сегодня наш конкурс посетила, так скажем, наша гостья, которая, к сожалению, не учится в нашем университете, но пришла нас поддержать. Поэтому, друзья, встречайте. Маленькая, но очень милая и красивая девушка по имени Карина споет для вас песню, которая будет сюрпризом. Итак, друзья, встречайте бурными аплодисментами. Карина! Сегодня у нас в зале присутствует обладательница звания «Мисс Иньяс 2014» Бегала Егерим, друзья. Прошу поддержать. И небольшая минутка рекламы, друзья. Все наверняка бывали на Копчегае. Поднимите руку, кто хоть раз был на Копчегае.
Да ладно, не стесняйтесь, чего после выпускного все там были. Поднимайте руки, поднимайте. Так вот, друзья, минуточку внимания. Летом начинает функционировать детский лагерь Alten Emel Kids. Бывший ассорти, конечно же. И этот детский лагерь набирает волонтеров на все лето. Поэтому, друзья, кто желает летом быть волонтером, обращаться к вот этому молодому парню по имени Абай. Абай, встань, пожалуйста, помаши всем рукой. Это человек, который давно закончил Ильяс, но его до сих пор не могут отсюда выгнать. Каждую неделю он посещает нас. Теперь давайте небольшой интерактивчик, друзья, проведем. Я думаю, Семен меня поддержит и простит. Это его интерактивчик. Итак, друзья, так как мы являемся Казанским университетом международных отношений и мировых языков имени Аблайхана, наши основные языки — это, конечно же, казахский государственный язык Республики Казахстан и английский. Кто со мной согласен, пожалуйста, меня поддержите. Отлично, 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 друзья. Итак, как переводится на английский язык слово «любовь»? Громче. Отлично. А как переводится «свадьба»? Как? Не совсем правильно. Любовь – love, свадьба – ловушка. Друзья, запоминайте. Итак, как переводится шутка? Громче, громче. Отлично. А как переводится хорошая шутка? Нет, не зашит джоук, базар джоук. Лучше всего, друзья, будет так. Я думаю, представители интернет-проекта All-Star Show не дадут мне соврать. Отлично. И... Хорошо, продолжаем дальше, друзья. Итак, как будет поезд? Трейн. Громче? Трейн. А опоздать на поезд? Как? Лейт, трейн, лейт. Ну вы что, местами меняете? Опоздать на поезд будет трейдец. Че париться-то? Правильно? Отлично. Итак, что выберет настоящий казах? Мясо. Кто-нибудь накормите голодного студента. О мясе разговаривает. Что выберет настоящий казах? Лексус или диплом? Лексус. Ну, большинство говорит. А кто сказал диплом? Семен сказал диплом, потому что он знает, настоящий казах возьмет диплом, соберет курымдек и на эти деньги купит себе Лексус. Отличный вариант. А потом можно еще с Лексуса курымдек собрать, кстати. И купить себе 5-й айфон. Сниму курымдек и простушку Нокио, чтоб для второй связи. Такое бывает. Конкурсантки готовы, друзья? Теперь немного национального колорита в нашем конкурсе красоты и грации Miss Ильяс 2015. Сейчас наши... Хорошо, пускай будет национальный колорит. В моем понимании это национальный колорит. Меньше слов, больше дела, друзья. Встречаем наших конкурсанток. Бурные аплодисменты! Papa.
я думаю, вполне был сексуальный танец. Кто со мной согласен, друзья, поддержите меня, пожалуйста. Ну, если, конечно, эти две вещи совместимы. Сейчас, друзья, наконец-то у нас технические неполадки устранены. И мы готовы представить вам видеоролик, где каждый из восьми конкурсанток представит вам свое творчество. Ну или такая небольшая визитная карточка. Все, внимание на экран, прошу потушить свет. Take my sins and wash them away. Teach me how to pray. I've been stranded here in the dark. Take these walls away. Yeah, we can get high and we can get stoned. And we can sniff glue and we can do E and we can drop acid. Forever be lost with no way home. Мен Асиде өзімді Асиден ханшайымдай сезінемін. Кішкентай кезімнен бастап, Әмина Өмірзақова, Мергүрт Өтекешова секілді апаларыма еліктеп өстім. Сол кісілердің жолын қуып, әлемге әйгілі актер болғым келді.
Армансыз адам қанатсыз құспен тең демекші, менің де армандарым өте көп. Әр баланың арманы ата-анасының үмітін ақтап, халқына қалауы, еліне елеулі азамат болу. Құдай қаласа, армандарымның орындалуына сенемін. Ал сіздер, достар, маған сеніңіздер. Себебі, мен сіздердің үміттеріңізді ақтауға уәде беремін. Және де, менің сүйікті университетім Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің тұғырын биікте ұстауға уәде беремін. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наргиз. Наша жизнь – это постоянное движение вперед к цели. Мы не знаем точно, куда ведет эта дорога, но я уверена, что хочу получить максимум от жизни. С поступлением в университет я и представить себе не могла, что меня ожидает. Много новых знакомств, активное участие в жизни университета, гора учебников и постоянная зубрежка. Но самое сложное уже позади. Сейчас я студентка второго курса самого лучшего факультета нашего университета, факультета перевода и филологии. Специальность английская филология, чем я, кстати, очень горжусь. Также я девушка артистичная. В детстве мама многое пыталась во мне развить, но больше всего я люблю танцевать. Особенно питаю любовь к латиноамериканским танцам. На данный момент я совмещаю учебу с работой в шоу-балете «Экзотик». Для меня это совмещение полезного с приятным. Также я занимаюсь фитнесом и стретчингом. Для меня самое главное в жизни – быть всегда в форме и вести здоровый образ жизни. Об этом конкурсе желаю каждой девушке удачи. Пусть победит самое достойное. Здравствуйте, меня зовут Думанга Зульфира, я студентка второго курса факультета востоковедения. Я обучаюсь по специальности переводческое дело китайского английского языка. Помимо этого, я люблю искусство, публику и сцену, наполненную зрителями. Не передать то ощущение, когда ты находишься на сцене и получаешь удовольствие от своего любимого дела. 6 лет я профессионально занимаюсь народными танцами, а также ходила на курсы вокала и дамбры. Я думаю, человек должен ставить цель перед собой и достигать ее, что бы это ни стало. В данный момент моей целью является окончить учебу на отлично и продолжить обучение за рубежом. День за днем моя мечта осуществляется. Недавно я выиграла грант по спецгруппе в Китай при поддержке нашего университета. И хотелось бы на этом конкурсе пожелать всем удачи и достойной победы. Здравствуйте, меня зовут Айгерим, я студентка педагогического факультета иностранных языков. В будущем я хочу стать профессионалом своего дела. Так как я очень люблю детей, я очень горжусь тем, что выбрала именно эту профессию. С детства я люблю заниматься спортом, и эта любовь к спорту до сих пор не исчезла. Я думаю, что самое главное в жизни девушки – это любить себя и вести здоровый образ жизни. Больше всего мне нравится заниматься дизайнерством. Благодаря моей необычной фантазии я смогу сделать из подручных вещей красивые и необычные платья. Я общительная личность, люблю знакомиться с новыми людьми. По характеру и внешне я спокойна, люблю подумать и помечтать. Самая главная моя мечта – это оправдать надежды своих родителей, чтобы в будущем они гордились мной. Я очень рада, что участвую в этом конкурсе. Всем девушкам я желаю удачи. Как говорит наш наставник Тохтар, мы не конкурентки, мы одна большая семья. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Кенетай Есек Русланқызы. Мен Жамбыл облысындағы Ұлы Жібек жолын бойлай жатқан қасиетті Құлан ауылында туып өстім. Жасым 18-де. Қазір Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің Шығыстану факультеті жедел филологиясы мамандығы бойынша оқып жатырмын. Таңдаған тілім қытай тілі. Кішкентай кезімнен өнерге қызықтым. Анам соны байқап мені би үйірмесіне берген болатын. Әрине, сол уақытта мен бидің болашақ өміріме зор әсерін тигізетінін білмедім. Бидің арқасында мен әрбір адамның, өнер адамның ішкі жан дүниесін тани бастадым. Бос уақытымда мен тарихи энциклопедиялық кітаптарды оқығанды ұнатамын. Әрине, тамақ жасау да менің сүйікті істерімнің бірі болып саналады. Осы байқауға қатысып жатқан себебім өзімді сынағым келді. Тек сынап қана қоймай, өзімді жетілдіргім де келді. Қасымдағы қыздарды мен қарсыластарым деп айтқым келмейді. Осы 2 айдың ішінде кейбіреуі әпкем сияқты болып кетсе, кейбіреуі сіңлім сияқты жақын болып кетті.
қыздарға әрине сәттілік тілеймін. Арамыздағы ең мықты ару жемеді деп сенемін. Абайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің халықаралық қатынас факультетінің бірінші курс студентімін. Есімім Шама Алия. Мен осы уақытымда тиімді әрі пайдалы істерге жұмсауға тырысамын. Соның ішінде кітап оқу ең менің сүйікті жазушым Шыңғыс Айтматов. Сүйіп оқимын. Және де демалыс күндері, уикендтерде достарыммен және отбасыммен бірге тауға шығып, таза ауада демалғанымды ұнатамын. Бала кезден бастап курсер болу арманым болатын. Ең алдымен адамға мақсат қажет. Сол мақсатқа жету үшін өзіңе деген сенімділік пен талмас еңбек қажет. Мен өзім мақсатыма жететініме сенімдімін. Бұл сайысқа қатысып жатқан қыздардың барлығына сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айбет Айжан. Мен аударма және филология факультетінің бірінші курс студентімін. Мамандығым аудармашы синхронист, қазақ тілінен және ағылшын тілінен. Осы мамандықты таңдаған себебім, мен бала кезімнен шет елдерге саяхат жасағанды, шетелдіктермен жұмыс істегенді, жалпы аудармашы болуды армандайтынмын және сол себепті осы мамандықты таңдап отырмын. Және де еш өкінбеймін, себебі қазіргі таңда университетіміздің білікті мамандары арқылы терең білім алудамын. Және де болашақтағы мақсатым ол бакалавриатты бітіргеннен кейін болашақ стипендиясы арқылы Англияның оқу орындарына магистратурада оқысам деймін. Жалпы қызығушылықтарыма келетін болсақ, мен би билегенді өте ұнатамын. 4-ші сыныптан бастап би үйірмелеріне қатысып келемін. Және де одан басқа ән айтып синтезаторды ойнағанды ұнатамын. Өмірлік ұстанымым ол өмірде кездесетін қиын жағдайларға мойынбай сүрінбей өтіп, алдыңа қойған мақсатыңа жету. Всем доброго времени суток. Я Дурбек Амелис, студентка первого курса факультета востоковедения, специалист востоковедения, Казанского университета международных отношений и мировых языков имени Абайхана. Мне посчастливилось участвовать в конкурсе «Мисс Казума Имен» 2015 и получить, чему я очень рада. Считаю себя счастливым человеком. Мне самые лучшие родители любили, которые помогали и поддерживали меня во всех моих начинаниях. Я считаю, что это их заслуга, что сегодня я учусь в нашем замечательном университете. О себе могу сказать, что я разносторонний творческий человек. С детства занималась танцами, особенно нравятся современные танцы. Также я занималась народными танцами. Целеустремленная, поставив перед собой цель, стараюсь идти к ней четкими шагами, при этом не теряя по дороге улыбку и позитивный взгляд на жизнь. В свободное время занимаюсь танцами, также увлекаюсь пением и рисованием. Люблю проводить много времени с друзьями. Веду активную студенческую жизнь, являюсь членом многих организаций университета. Для меня конкурс – это возможность проявить себя, но и испытание. Моя главная цель – это доказать себе, что смогу достойно выступить и не подвести тех людей, которые поддерживали и верили в меня. Я думаю, все проснулись после просмотра видео. Әрбір қыз барынша жақсыға лайықты. Және де кодекс сенімділік пен сұлулықты бағалайтын бәрсіндер қыздарға арналған. Сейчас смеетесь, как будто не пользуетесь. Давай. Бүгінгі конкурстың демеушісі кодекс сауда белгісі болып табылады. Кодекс барынша жақсыны қалайтындар үшін. Отлично, друзья, я думаю, вы познакомились с каждой из наших конкурсанток. И также у нас в зале есть еще гости, которые оказали нам честь и готовы выступить на этой сцене. Итак, друзья, Boys Band, группа, наверняка вы уже о ней слышали, это такие молодые, симпатичные, ну, было правильно, если бы она сказала симпатичные, но ничего страшного, я не гей. Вот, молодые, симпатичные ребята, группа Агайдар. Громче, 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 друзья, вы чего? Ассаламу алейкум. Дорогие автобусы, прошу меня занять эту музыку. Мы
Сегодняшнее мероприятие, конкурс красоты и грации Мисс Синьяс 2015. Ночной клуб Safe Club, друзья. Сразу говорю, это ночной клуб премиум класса, так что вход только для своих. Компания Самал Вода. Салон красоты Франк Право. Салон красоты Viva Express. Страховая компания Nomad Insurance. Ну и, конечно же, ресторан La Roof. Громче, 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 друзья! Я жду свою соведущую. Я думаю, она выйдет на эту сцену, если не боится. Тебе подсказывает, включи микрофон. Сэмэля. На. Раз. Прошу прощения. С мусором! Сама скажу. Каждая девушка заслуживает большего. И Котекс именно для таких девушек, кто ценит уверенность, красоту.
Прошу прощения, к сожалению, у меня садится микрофон, поэтому пришлось выхватить. Я бы хотел узнать у тех, кто стоит за кулисами, помогает нам, готовы ли девушки? Нет, не вы. Да. И вот этот танец, да. Мне показывают примерно вот так. Но мы с ними так общаемся, у нас свой язык жестов, друзья. Готовы? Да. Готовы? Отлично, друзья. Теперь, наконец-таки, национальный колорит на сцене Казанского университета международных отношений и мировых языков имени Аблайхана на конкурсе красоты и грации «Мисс Иньяс 2015». Встречаем! Присутствовал на этой сцене, друзья. А сейчас у нас, скажем, небольшая не только музыкальная, но и танцевальная пауза. Есть студенты 2, 3, 4 курсов? Отлично. Сейчас выступит танцевальная группа. Я примерно сейчас покажу движение, вы должны угадать. Вот, отлично. Это одно из 3 движений, которые они знают вообще. Они миксуют просто движения, и всегда получаются разные танцы. Поэтому, друзья, бурными аплодисментами встречаем студентов нашего университета. Танцевальная группа «Нью Гамма».
I rules and crips all got along. They probably got me down by the end of the song. Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I can rock, 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 rock. Oh,
Большое спасибо танцевальной группе New Gamma. Пока я был за кулисами, я поменял соведущую. Девочка не умеет включать микрофон. Но наконец-таки я нашел девушку, которая заранее включила. Скажи в него что-нибудь. Включила. Молодец. Хочу вам представить Карину. Она уже выступала, друзья. Это гостья нашего сегодняшнего мероприятия Miss Ideas 2015. И сейчас она для вас... Споет. Отлично. Какую песню? Не стесняйся. В мой микрофон скажи, он лучше. Бейонсе Ава Мария. Бейонсе Ава Мария? Хорошо. Отлично. Скажи мне честно, ты ВКонтакте есть? Есть. Больная, на кухне надо есть. Ладно, шучу, фой. Итак, друзья, Карина. Они также занимаются благотворительностью. Смотрим видеоролик.
вышка к новым хозяевам. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. But don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Let me give you my phone number. When you worry, call me, I'll make you happy. Don't worry, be happy. Свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Губами темная ночь разделяет любимая нас и тревожная черная степь пролегла между нами. Большое спасибо за все. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне. Наши ветераны так радуются, когда им что даже вот те, которые живут хорошо, мы им когда приносим ну, что-то, они говорят, ой, спасибо, там и так далее. Самое главное, внимание, там, вот так. Давайте, Павел Кириллович, открывайте!
наступающим праздником, 8 марта. И второе, чтобы не было войны, чтобы были все народ счастливы. Everybody's looking for that something, one thing that makes it all complete. You find it in strange places, places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in their lover's eyes. Who can deny the joy it brings? And you found that special thing. You're flying without wings. Some find you cheering every moment. Some in the solitary night. You find it in the words of others. A simple line can make you laugh or cry. You find it in the deepest friendship, the kind you cherish. Кетті. Венераға келетін адамдар табылды. Менде мамама барлығын келеді. Ол мені үйге алып кетем деген. Мама мені жақсы көреді, мен білем. Қазір келмесе де әтеуір бір келеді. Келіп мені алып кетеді. Мен анамды сағындым. Қатты сағындым. Извините, перепутал. Ну что ж, друзья, конкурсантки предоставили свое видео, где они, конечно, занимаются благотворительностью. И я теперь, чтобы немножко, так скажем, потрясти костями тем, что у нас есть, хочу пригласить на эту сцену 5 человек. 5 самых смелых, отважных людей. Аламшо, прошу тебя на сцену. Давайте, друзья, не стесняемся, веселяемся вместе.
Мы же мастера танцевать, веселиться. Нариман, давай, давай, не стесняйся. Почему только одни парни? Ильяс, 70% девушек и ни одной смелой. Где бывшие конкурсантки Мисс Ильяс 2014? Почему они стесняются? Кто за то, чтобы прошлогодние Мисс Ильяс конкурсантки участвовали в... Ой, отлично. Здравствуй. Тебя как зовут? Отсели, становись сюда. Так, давайте, 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 смелей. Нариман. Давайте поаплодируем тем, кто выходит. И можно диджей музыку, чтобы на фоне играла. Нет, нельзя. Отлично. Да, пускай на фоном играет, чтобы нам не было скучно. Давайте знакомиться. Поближе, 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 друзья. Не стесняемся. Нас зовут... Мухаммеджан. Мухаммеджан. Друзья, поаплодируем Мухаммеджану. Тебя как зовут? Нариман. Не очень-то тебя и любят. Оселя, да? Осель. Оселя. Кто за Оселю? Отлично. Жанель. Пожалуйста, ему не надо аплодировать, вы все равно его знаете. Итак, это у нас Алан Шо. Друзья, ответьте мне на вопрос. Кто король поп-музыки? Отлично, Майкл Джексон. Все мы любим танцы Майкла Джексона, все мы любим музыку Майкла Джексона. И, конечно же, знаем парочку коронных движений. Я прав? Это, конечно же, лунная походка. Да, отлично. Движение шляпой и коронное движение. Было такое. Итак, друзья, у нас игра на внимательность, так скажем. Танцевальный конкурс. Когда я говорю «раз», вы поднимаете все левую руку. Давайте. Раз. Выше, 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 выше. Отлично. Да. Когда я говорю «два», вы руку не опускаете. Поднимаете правую руку. Поднимай правую. Да, 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 да. Кому-то руки вверх вам сказали, да. Вот. Когда я говорю «три», вы немного приседаете. Да, приседайте, приседайте, немножко, немножко. Когда я говорю 4, вы делаете вот это движение. Ау! Договорились? И вот в течение всего конкурса, какую цифру называю, то движение выполняете. Отлично. Давайте закрепим. 1, 2, 3, 4. Беззвучный Майкл Джексон нам не нужен. Обязательно со звуком, хорошо? В конце ваш победителя ждет сюрприз. Обещаю, честно. Это... Не фейк, нет. Почему сразу контик? Хватит, всю, весь город кушал контик, хватит о нем говорить. Договорились, со звуком. Давайте еще раз закрепим. 1, 2, 3, 4. Ой, как рвется к победе, а! Так, да, снимай пиджак, нам становится жарко. Можно какую-нибудь музыку погромче, чтобы ребята могли танцевать? МС Берег? Он у нас там в будке прячется, МС. Давайте, ребят, поближе, чтобы все вас видели. Куда так близко? Кшкиня Абхатурсон, дарчу, где скромность? Где казахская скромность? Хорошо, рвутся к победе. Итак, диджей музыку. Немножко пританцовываем перед тем, как я начну называть чисто. А зал аплодирует нашим конкурсантам, друзья. Итак, вы готовы? Поехали. Раз, два, три, четыре, 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 четыре. Стоп, 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 друзья. Музыку потише. Какую цифру я называю, такое движение вы и делаете. Договорились? Если говорю постоянно один, один, у вас должно идти вот так. Один, 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 один. Хорошо? Запоминаю. И Нариман, не надо никуда торопиться. Я не успел сказать четыре, он уже. А-ха-ха. Без этого. Итак, диджей, музыку, поехали заново. Готовимся. Танцуем, не стоим. У меня слуха, к сожалению, нет, поэтому если не попаду, не обижайтесь. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. Отлично. Теперь на каждом этапе у нас будет выбывать один участник, и я думаю, все будут согласны, это девушка, которая самая скромная девушка, сказала 4, ай, все, хватит. Оселя, большое тебе спасибо. Аплодируйте Оселя, Оселя все равно молодец. Итак, мы переходим дальше, поближе, поближе. Ау. Да, те же движения. А давайте теперь немного усложним. 1, музыку пока не надо, фоном. 1, 2, 3, 4, 5.
Хорошо, в припрыжку. 1, 2, 3, 4. Потом только. Куда ты два раза скачешь? 4, 5. Понял? Отлично. Сколько раз тебе объяснять, господи? Бородатый мальчик, сколько тебе лет? А, побрился? Ой, не заметил, извини, привык просто. Смотри, 1, 2. Приседай, приседай. Нет, руки подними, руки подними. Ой, кишки дай волосяк-то. Присядь, 4, припрыгай. Нет. Ох. Бедный мальчик, блин, господи. Такой бородатый и такой маленький. Вот, смотри. 1, 2, присел, это 3. В припрыжку немного вперед, это 4. И 5 это движение. Не по коленке, не надо цепить по коленке, сколько раз говорить. Я просто бью. Что ты со мной повторяешь? Ой, господи, блин. Готовы? Нариман, что у тебя с лицом? А, ну с рождения, ничего страшного. Вот. Друзья, поближе, поближе, поближе немного становимся, друзья, поближе, поближе. Итак, диджей, музыку, поехали! Немножко пританцовываем. А зал поддерживает нас. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4. Стоп, 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 стоп. Ну чё все встали, как оно шо, господи, тормозить начали. Ну, ничего страшного. Да, давайте все подальше, 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 подальше. Особенно ты, мальчик. Вот. Нет, можно подальше, чтоб... Ну, хорошо. Итак, поехали, музыку заново. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ты куда постоянно спешишь? Ответь мне на вопрос. Вот, напротив тебя сидит Марлен Сквикс. Ты что, к нему спешишь? 4, 4. Господи, хорош. Ты что, ты ему не нравишься, он не такой, хуй он дойдет. Марлен, мы же нормальные, да? Да, отлично, нормальный. Давайте без 5 просто. 1, 2, 3, 4. Хорошо, как обычно, как до этого было. А то я смотрю, для вас цифра 5 это слишком много. 4 это нормально, идеальный вариант. Отлично. Это 4 движения прямо пропорционально числу вашему IQ, да? Нормально? А, хорошо. Итак, диджей музыку, поехали! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Стоп! Вы бывает, Нариман? Я сказал на счет 4. Кто сказал, блин? Ну-ка, поклонница Наримана, покажись. Нариман, подожди, я тебе руку не пожал. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, сюда иди, сюда иди. Иди отсюда, что пришел? Ладно, шучу, Нариман. Большое тебе спасибо. Ты классно танцевал, рвался к победе. Будешь проходить, поздоровайся с парнями. Хорошо, обязательно. Итак, 3 конкурсанта, так скажем, полуфинал. Полуфинал. Итак, готовы? На счет 4. Жанель, запомни. Ты что как сукач? Подходит ко мне и говорит, смотри, он не поздоровался, не поздоровался. Ё-моё, палец. Итак, полуфинал. Жанель, на счет 4. 1, 2, 3 и 4. Вот это движение. Хорошо? Готовимся. Пританцовывай, поехали, вот и танцуем. Стоп, стоп, можно человек побыстрее, пожалуйста? Что ж там? Там диджей из 80-х, мне кажется, сидит за рубкой и ставит музыку. Это Modern Talking? Отлично, отлично, готовимся, готовимся. Танцуй, 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 не лезгинку, просто танцуй. Давайте что-нибудь быстрое, пожалуйста. Отлично, отлично, отлично! Ладно, чё с этой музыкой, поехали! Раз! А, рукой, рукой вот так! 4, 4, 4, 4, 4! Стоп, стоп, стоп! Мухаммеджан, к сожалению, ну, у тебя не очень получилось с цифрой 4. Большое тебе спасибо! Давайте проводим Мухаммеджана бурными аплодисментами обратно в зал. Никогда не оборачивайся назад. Идет такой итак. Итак, долгожданный финал. Давай, становись сюда. Итак, друзья, кто болеет за лапшо? Какой маленький, а столько поклонников.
Кто болеет за Жанель? Настоящий джентльмен. Молодец. Итак, диджей, музыку. Жанель, четко диджей делай, четко сломай его. Как ты же его постигнешь, что ты по разу стал? Итак, поехали, диджей, музыку. Что у нас что-нибудь такое? Я не знаю, как это можно назвать. Кому понравилось, молчите. Лучше молчите. Сейчас девушки готовятся к очередному конкурсу, так скажем, где они покажут все свое выступление. Друзья, все мы с вами являемся патриотами Республики Казахстан, правильно? Отлично, поэтому продолжите, пожалуйста, фразу «Казах без понтов». А вот и неправильно, без понтов казахов не бывает, друзья. Запомните раз и навсегда. Чей рекламный слоган «Живи на яркой стороне»? Еще? Еще какие варианты? Неправильно, левый берег Астаны. Живи на яркой стороне, как говорится, друзья. Не забывайте об этом никогда. Окей, тогда дальше. Просто добавь воды. Что? H2O? Вот настоящие студенты дают правильный ответ. Что у нас это? Отлично. Настоящие студенты, те, кто кричали «Юпи», это Байден Баллара, запомните. Ровно никогда не кушали, всегда «Юпи» добавляют. Девушки готовы? Ну что ж, встречаем наших конкурсанток бурными аплодисментами. Марлен, особенно ты. Извините. Ну что ж, девчонки наши молодцы, хоть и опять технические неполадки. Молодцы, сдержались, не остановились и продолжили дальше. Я думаю, девушка, которая лучше всех не растерялась, будут зачтены баллы. Я так думаю, да, Игорь? Я действительно? Курпе. Ну что ж, у нас сейчас состоится конкурс, который определит, точнее покажет, что девушка должна быть красива не только красотой, но и головой. Кто сказал головой? Я-я, привет. Я-я. Буду звать тебя Я-я. Ну что ж, уважаемые конкурсантки, девушки, я вас жду. Меня в жизни никто так не игнорил.
Переодеваешься? Отлично! Большое спасибо, что поддержали музыкой. Пока девушки переодеваются. Поздравляем наших конкурсанток, друзья! Нет, вы попросили встать за ними, я и встал. Что здесь? Что тут такого? Ну все, хватит стоять, давай начнем. Ну начинай, я подожду. Начинай. Хорошо, я начинаю первый вопрос. Вот скажи, представься. Какой сложный вопрос? Аймбет Айжан. Вот скажи, пожалуйста, сколько ты весишь? Надо вам сразу сравнить. А мне насрал. Мен бельмену жигатерден срамасапуна, а вжел сен клай олеси. Судя по твоему казахскому языку, я ничего не понял. Честное слово, говори на русском, так будет понятнее. Как ты думаешь, сколько, по-твоему, весит Айжан? Достаточно, чтобы завалить тебя на сцене прямо сейчас. Выйти так спокойно, не дрожа, как в тот раз. В кармане денег нет, и он хочет тебя оштрафовать. А ты не можешь на штраф согласиться, потому что это папина машина. Если папа узнает, все. Что ты сделаешь в такой момент? Мне нужно, гаишниктер соншалықты енді штрафалатындай жаман емес, және де соған да қарамастан мен сол адаммен басқа жолмен келісім жасауға тырысамын. Өйткені кез келген адаммен жақсы тіл табысып, бір ортақ проблеманы, яғни осы проблеманы шешуге болады. Керемет, рахмет! Отлично, как говорится, решается любая проблема, важна только цена вопроса. Итак, переходим к следующей конкурсантке. Тебя зовут? Алия. Алия, тебе такой вопрос. Просто вот, не то что вопрос, вот просто как ты на него ответишь? Смотри, почти такой же вопрос, только чуток по-другому. Едешь ты вообще на машине? Ну, у тебя эта приора пониженная, капец какой-то. Ну, у них, ты знаешь. Вот. Пониженная приора у тебя. Едешь ты по трассе где-то в городе 60 км в час должна, а ты едешь 90. Тебя останавливает сотрудник ДП. Ой, Волдин, Дана. За кулисами я тебе это припомню. Ау? Все хорошо. Вопрос. Айжан. Вот, допустим, сейчас ты весишь 50 килограмм. Если ты встанешь на весы одной ногой, сколько ты будешь весить? Не надо так рассказывать, я подсказываем. Ну, Айжан, подумай примерно, сколько весит твоя нога, отними и скажи результат. Тихо! Также. Браво, спасибо. Да, она участница прошлогоднего мисс Синьяс, она просто на этот вопрос не ответила и решила удостовериться у других, думала, что все такие же. Итак, следующая конкурсантка, как тебя зовут? Асель. Асель? А меня, друзья, чаще всего зовут... Вот так меня, друзья, зовут. Итак, вопрос тебе, Асель, вопрос на засыпку. Договорились? Смотри. Маше дали 5 яблок. Потом дали еще 4 яблока. И потом подарили 2 яблока. Сколько стало яблок у Маши? 11. Уверена? Я сказал вопрос на засыпку. 11 яблок. Хорошо. Ответ неправильный. Мы не можем знать, сколько яблок, потому что мы не знали, сколько предварительно у Маши было яблок. И я сказал, что ей дали 5 яблок, но не сказал, сколько у нее было перед этим. Или... Ну, в принципе, 11 тоже нормально. Считать умеем. Итак, переходим дальше. Следующая конкурсантка. Сенің атым? Анеля. Я думал, ты скажешь, менің атым Хожа. Ну, как в фильме. Итак, Анеля, тебе следующий вопрос. Ты на каком курсе? Первом.
Первый курс. Скажи мне, пожалуйста, когда началась Вторая мировая война? 1 сентября 1939 года. Отлично! Чаще всего я слышу такие ответы. Вторая мировая война началась в 1941 году. Вот, да не надо умничать, что ты, блин, хоть сам дает. Итак, молодец. Следующая конкурсантка, ее зовут? Айгерим. Айгерим. Айгерим, тебе такой вопрос зададим. Самый популярный вопрос. Кто написал «Абай Жола»? Так, последняя, восьмая конкурсантка по имени? Наргиз. Как мило сказала, Наргиз. Наргиз, а тебе такой вопрос. Скажи мне, что ты больше всего любишь на свете? Своих родителей. А если честно сказать? Нет, вот родители, само собой, мы все любим своих родителей, мы им обязаны всю жизнь. Вот помимо этого, что-нибудь из материальных ценностей, больше всего, что ты любишь? Одежду. Не подсказывай, это ты любишь BMW X6. Хойондайда. Адам и Ева не любили одежду. Вот что-нибудь, знаешь, вот такое готов сделать ради того, чтобы закончить садик. Я сказал, застрелить воспитательницу. Вот что-нибудь такое реальное, не на все, не обобщаю, вот уточненно. Ну скажу честно, в течение 2 месяцев я совмещала учебу с работой в шоу-балете. Репетиции были, учеба была с 12 до 5, к примеру, с 5 до 8 репетиций каждый день, даже в субботу, когда мы не учились. И с 8 до 11 я еще танцевала в шоу-балете. Это большие нагрузки. Вот. И приходила домой, делала уроки и заново вставала, и каждый день как день сурка. Круто, круто. Можно сразу зачесть, если просто красиво звучит, ежели ты проиграешь в этом конкурсе, просто говорю, не огорчайся, не плачь, просто говорю, ежели классная отмазка будет, да, я же на учебе была, потом в шоу-балете, поэтому, наверное, проиграла, устала. Да, у всех была учеба, правильно, но все равно Наргиза молодец, помаши всем рукой, как мягкая игрушка. Ну что ж, большое спасибо всем конкурсанткам, дайте я вам лично руки пожму. Молодец. Сынка, а? Молодцы, девушки, молодцы, 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 молодцы. Мы можем переходить к заключительному дефиле. А, нет, минутку, ты стой, не уходи. Я знаю. Ну что ж, девочки, всем спасибо, всех прошу за кулисы. Да, проводим подборные аплодисменты нашим конкурсантам. А сейчас я хочу пригласить на сцену организаторов данного мероприятия. Это Алиев Тохтар. Просто милая девушка Даша. Даша, это не миссия, а спой, хватит оставить. Нормально, уходи. Добро пожаловать, доктор. Вау. Какой тут свет. Добрый вечер, ребята, наши гости, партнеры мероприятия, спонсоры мероприятия. Да, меня зовут Олег Тухтар, и второй год я организую данный конкурс. В этом году моя любимая подруга, это действительно прекрасный человек. Да, я уже заикался от волнения. Прекрасный человек, который помогал мне в этом году полностью. Это, кому интересно, конечно, это вот просыпаться в 6 часов утра и засыпать в 3. Спать по 3 часа в течение 2 месяцев. Колоссальная нагрузка, как сказала Наргиз. Да, за 2 месяца я не смог Акджел выучить. Вот, видишь, трясет меня аж на сцене. Добрый день, дорогие гости. Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии. Мы все рады, что вы пришли, конечно, сюда, что почтили нас своим визитом. Надеемся, вам понравилось. Ну, это
самое главное. Ну, не знаю, как вам, а нам это мероприятие понравилось. Можно даже так сказать. И у нас уже... Да. Узнает, кто же станет новой мисс Иньяс. Спасибо большое. Также... Уточку. Да, это огромная, ну, не знаю, благодарность, наверное, Ольге Амашевой, которая действительно с нами, это представитель Фрэнка, праводиректор. Они работали с нами в течение 2 месяцев всегда. У меня, честно, просто нет слов благодарности. Это спасибо всем нашим жюри, кто приехал сегодня, кто нам помогал всегда. И, конечно же, сегодня, к сожалению, нету представителя, так скажем, ресторана «Ларуф» и ночного клуба «Сейф». И такая большая тайна для вас. У нас остается автопати в клубе, в ночном клубе «Сейф». Попадает только 25 человек. И такой сзади видишь, слышишь, ой, блин, блин, что делать? Да, попадает только участницы «Мисс Иньяс». В принципе, по отчете вы узнаете, что это. Спасибо вам большое, ребят. Действительно, эти 2 месяца были прекрасными. Также мы хотели бы поблагодарить всех тех, кого, тех, кто сегодня здесь не присутствует, то есть это Абзаров Самир, это директор страховой компании «Намар», Таранов Сергей, генеральный директор ТОО «Самал», и также Ольховского Александра и Шинкареву Алену. Поаплодируем им. Большое спасибо. Вы сказали, что на автопати попадает 25 человек. Я же про вас ничего плохого не сказал. О, есть. Продам место в Safe Club сегодня. Там будет только 25 человек. Екмак тенге стартовая цена. Ну что ж, друзья, пока наши конкурсантки готовятся к заключительному дефиле, я приглашаю на сцену сюрприз от наших организаторов. Горячий, жаркий шоу-балет «Экзотик», друзья, встречайте! Thank you.
Большое спасибо горячему, жаркому шоу балету «Экзотик». Действительно, экзотичные девушки, особенно костюмы. Ну, ребят, кто заметил, согласитесь со мной, да? Можно свет, пожалуйста? Да будет свет, сказал Бомбит. Ну, не про меня, конечно. Мы ждем девушек для завершающего дефиле, после чего жюри сможет удалиться. Ну, не навсегда, конечно, в совещательную комнату, где выявит решение, конечно, придет к общему решению, кто же станет обладательницей звания «Мисс Иньяс 2015». Друзья, давайте поаплодируем в честь будущей победительницы. Мы здесь сидим очень долго, ребята устали. Вот, ребята Squix, я так думаю, уже сняли несколько интернет-видео, уже выкладывают в Инстаграм технично. Сидим в Виньязе. Спустя час. Сидим в Виньязе. Спустя два часа. Сидим в Виньязе. Ну, просто так, повтор. Я не знаю, как вы снимаете это. Девушки готовы? Итак, заключительное дефиле, друзья. Давайте прям, не жалея ладошек, поаплодируем всем конкурсанткам. Поехали, девушки. Просто так, что ли, плачу? You can get away. You know the best part. And you must keep on saying.
Thank you.
Чарунай,
Шарғай! Мүсір кемесе. Мен қынайсыз қыз боламын. Ақылым дұрыс. Сезімім толық. Бірақ, мына тіршілік дүниесінен безінген жұдырықтай жүрегім қасіретке ыза кекке толы. Мен өзім кәдімгі қыз сияқтымын. Иә, мен өзім кәдімгі қыз сияқтымын. Қазақтың кәдімгі қызы сияқтымын. Бірақ адамдар мені адам ретінде түсінбейді. Шарғай, олар мені бүгінше. Thank you.
девушки Марии Джумаглеевой, которая попала в аварию ДТП. И теперь у нас есть урны, вот здесь, если видите, вот на прозрачной урне стоит. И каждый желающий, я очень хочу, чтобы каждый из сидящих из вас
хоть какой-нибудь вклад внес в эту урну, который, помимо билетов, которые идут к нам, и также подобно уже мне, девушки. Вот, пожалуйста, не оставайтесь в стороне, ведь творить добро – это очень приятно, это очень классно, и это обязательно вам вернется бумерангом. И еще бы хотел сказать, мне понравился очень подход девчонок, которые сделали город фитнес. Это вот это реально классный, от души искренний подход. Спасибо вам, конкурсанки, если вы меня слышите от души. Спасибо всем вам! Большое спасибо тебе, Алансуа, за то, что занимаешься. Да, не выходи. Так, я предоставляю слово членам жюри. Ну что, было женишки, как говорится, начнем, наверное, мы с девушек. Добрый вечер. Прежде всего, хочу поблагодарить каждую из девушек за потрясающие эмоции, которые мы испытали, глядя на ваше выступление, глядя на ваши улыбки. Каждая из вас талантливая, каждая из вас очаровательная, каждая из вас по-своему богиня. Большое вам спасибо за сегодняшний вечер. Мы начнем объявлять номинации, которые присуждены каждой из вас. Итак, Жаксылыкова Айгерим, вам присуждена номинация «Мисс Креативность». За ваш потрясающий труд, вашу работу с платьями, это что-то невообразимое. Я первый раз вижу это. Я просто в восторге. Поздравляю вас. И кроме этого, есть еще небольшой... Я другую батарею поставлю. От такого «Маш Кодекс». То есть вы меня поразили, вы чувствуете оригинальность. Я хочу лично мама торговой марки «Кодекс» сделать небольшой презент. Это сертификат на 20 тысяч тенге в магазин «Beauty Money». Пожалуйста, пожалуйста. Следующую девушку наградим званием «Мисс Смелость». И это... Думанова Гульфира. Вас награждаем за бесстрашие, за ваш танец, за ваши прекрасные номер. Нам было очень приятно наблюдать этот номер. За змеей немножко страшновато, конечно, но вы молодец, вы умничка. Поздравляю вас. Всем привет, вы громче! Всем привет! Несколько слов. Спасибо большое организаторам за то, что пригласили в качестве жюри. Это для нас такой, для всей нашей команды серьезный шаг. Девушки, вам отдельное спасибо за принесенные эмоции. Глядя на каждую из вас, я заново влюблялся. Поэтому спасибо, поаплодируем им. Бабник! Ладно. Итак, я награждаю УПАН. Тем присуждается звание «Мисс Душевность». Ты где у нас? УПАН. Да, Шамиль, услышав твой монолог, мы все тронулись, лично у меня мурашки по тоже были. У кого было так же? Да, спасибо тебе. Спасибо большое. Так, следующая номинация – «Мисс Элегантность». И эта номинация присуждается Анели. Спасибо большое за твою грацию. Еще раз аплодисменты! Стоя в том числе Айдарана Барлтанин Керемет, один из сендер бүгін. Жалпы көз тоярлықтай өнер көрсеттіңдер. Ол жерде жеңіс деген жоқ, жалпы достық жеңеді ең бастысы. Ендігі номинацияны. Ешанова Алия, мисс Нежность. Сейчас, друзья, я думаю, мы уже начнем объявлять вторая вице-мисс, первая вице-мисс и мисс Ильяс 2015. Да, здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Как представитель сферы красоты, я сначала хотела бы сказать такие слова. Амархаяма. А если так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд Адам, в котором пустота,
или огонь, мерцающий в сосуде. То, что показали нам сегодня девочки здесь, это было искрами этого живого, позитивного огня, который согревал, дарил любовь, нежность, красоту всем нам и украсил наш сегодняшний вечер. Всем спасибо! Большое спасибо организаторам и огромное уважение и спасибо ведущим, которые буквально нивелировали все дефекты этой, возможно, маленькой неорганизованности, потому что само шоу потрясающее. Спасибо всем. Я специально немножко накаляю страсти, чтобы наконец подойти к основным призам. Итак, вице-мисс, тишина, Наргиз Байгазина. Видеть именно свою претендентку, получающий приз, получающий очередное звание. И здесь только что прозвучали имена. Возможно, это первая вице-мисс Асель Кинетаева. Жалпы барлықтарын біліп отырсыңдар. Осы байқаудың жеңімпазын жалпы. Енді Иняздың 2015 аруы Айымбет Айжан. Да, на этом еще подарки не заканчиваются. Мы хотим вызвать нас, позвать на сцену Исаенко Оксану, представителя Nomad Insurance. По секрету всему свету, так скажем, мы страхуем жизнь нашей участницы, так скажем, на энную сумму. Представьте. Добрый вечер. Я вас приветствую здесь. Изначально мы хотели застраховать жизнь первой вице-мисс. Но, как говорится, по ходу пьесы, вот глядя сегодня на всех, у меня к одной девушке вот постоянно всплывали слова очень известной песни. Блин, ты что такая дерзкая, а, Наргиза? Такая не дерзкая. Оставайся такой же дерзкой. А мы даем тебе сертификат за страховую жизнь на 2 миллиона тенге.
үміттіңіз демаймыз, аспанға қарайым, жолдызды санаймын. Көрдіңдер қарай, болған құлыс. Санам, жұлдызбысың, аймысың, бар сұлулық тән саған, қалықтаған аймысың. Салтанатты әнімен аралаймын гүл бақты, сүйдім сені жаныммен, шырымдайсың бау тәтті. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Жалғандаған көзіңнен махаббаттың кемесі араласам өзіңмен. Келбетіңе тамсанам, жұлдызбысың, аймысың, бар сұлулық тән саған, қалықтаған аймысың. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Бұлекен, студенттер, көңілкелеріңіз қалай? Бүгінгі Наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Бүгінгі ару қыздарға сәттілік тілейміз. Қабыл алыңыздар, тек сіздер үшін. Әйгерім қарындасымыз атынан келіп отырмыз. Қабыл алыңыздар.